Меня зовут Даулеткалиева Жания Абаевна, декан школы общественного здоровья. Наша школа является структурной единицей университета, которая реализует образовательные программы высшего и послевузовского образования. Отличительной чертой наших выпускников является то, что наши выпускники стоят на страже здоровья граждан Казахстана. Человечество пережило множество пандемий, в том числе всем вам известную пандемию COVID-19, которая показала особую значимость и необходимость специалистов санитарно-эпидемиологического профиля. Казахстан испытывает большой дефицит специалистов данной сферы. Мы же, в свою очередь, стараемся восполнить эту потребность. Еще одной отличительной особенностью нашей школы является креативность и стремление к победе в любых начинаниях. Последние годы показали активность нашей школы, нашего профессорско-преподавательского состава, наших обучающихся. В прошлом году наши образовательные программы заняли лидирующие позиции в независимом рейтинге Атамикен. Кроме того, несмотря на немногочисленный состав, контингент нашей школы, мы занимаем гран-при, первые места и призовые позиции во всех общественных мероприятиях нашего университета. Наша школа активно участвует в научной деятельности университета. Мы реализуем программу грантового финансирования по изучению медицинской грамотности населения. Ежегодно повышается публикационная активность наших преподавателей в известных рейтинговых журналах мира. Школа общественного здоровья имеет амбициозные планы на будущее. Мы стараемся не только сохранить данные позиции, но и развиваться дальше. В будущем видим себя лидерами в подготовке специалистов санитарно-эпидемиологического профиля, менеджеров здравоохранения и научных работников.